рабочий день в широкоформатном кинотеатре «Океан» начинается так же, как и в других кинотеатрах Владивостока. Только, может быть, чуть пораньше, чем в других, приходят в кинотеатр те, кто здесь работает. Девушка, первые зрители. На 13:30. Будьте любезны. Слушай, на час один. На 13:31. На 20-25 два билета. Разные вкусы, разные характеры. Любимый кинотеатр владивостокцев награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В морском городе моряк – самый популярный человек. В кинотеатре «Океан» моряк – самый любимый зритель. Собирается моряк в плавание. Зайдет в кинотеатр и бросит сюда монетку в знак своего непременного возвращения в свой город, в этот дом.